Всем здорово, друзья, с вами Кенник, это игрушка под названием Frostborn, конечно же. Сегодня мы начинаем рейдить чуваков за сотый левел. Что, жару тут устроим или как? Громилы идут топ. Чуваки, поэтому я даже прям за плечку с собой взял. Кого рейдим? Право, я понял, идем направо. Так, ребят, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, потому что сегодня что-то ждет интересное. Возможно, PvP, возможно, нет. Но я чуть не слышал ничего, нет? Слышали, нет? Не было звуков. Может, это АФК какой-то? А, вот здесь простой топор. Хотя у нас было по времени... Дальше, рубим, дальше. Было по времени, в принципе, норм. Прямо. Сейчас идут новые рейды, дамы и господа, которые гласят о том, что на 5 минутах у вас прокнется кто-то. Это будет либо бот, это будет либо чуваки. А вот, смотри, что-то пишут. Пустые мы, говорит. Ой. Центральная, скорее всего. Да, какая-то странная база. Их, видать, прорубили уже здесь, да? Че пустые, не пустые? Да зачем тогда рейд пускать? Я не понимаю. Ты и что? О, добрый вечер. Тут че, камень везде? Так, я тут простым прорублю. Куда такой хороший, блин, запутался? А это что, глава, да? Да. Угу. Ну давай. Посмотрим, что дальше. Блин. А что это было? Я чуть не ударил или ударил? Нет, я не ударил. Это лаг какой-то был. Вот это кувалда, да, здесь? Да, центр. Да, жесть. Это центральная, да? Да давай сломаю, что делать? Не словил. Ломать? Или давай уже дорубим главу? Давай вот. Лови, лови, болос! Рубим, рубим, рубим. Ой. Есть. А ну-ка, переносил. Почти сумку нет. Сломали. У меня топоров нету, кстати. Всего чики-брики. Угу. Ладно, давайте ломаем центр, что делать. Может, отсюда давай лучше. Вот тут. Я две кувалды с собой взял, поэтому это что-то будет такое. Возможно, центр, возможно, нет, непонятно, что это. Да, центр. Здорово. Хоба. Вот, мясо сколько. Мясо сейчас у нас равносильно костям. Поэтому косточки сейчас у нас все собирают. Хоба. Ну ясно. Правда, пустые. Да нет у меня топоров. Два, ну два не хватит. Ну руби. Стас, есть маленькие. Да, что маленькие? Отмычки? Есть нет? Маленькие отмычки. Нет, нету. Дальше, блин. На хилем вышел или что? У меня даже и этого нет. А вон каменька стоит. Угу. Есть топор. Надо тут рубить лучше. Зачем? Ладно, погнали тогда сходим еще за топорами. Хотя смысла нету, я думаю.
Ладно, постойте, давай я сгоняю сейчас. Быстро, быстро. Они тут! Блять, меня ложат! Подними, подними, поднимите кто-нибудь! Все, он меня добьет. Черт! Блять, как это я не забил? Он меня залутал! Бля! Итак, дамы и господа, возвращаюсь. Ребята там им дали по шапкам, несколько шапкам, поэтому я просто как-то не сообразил. И с волка, когда слазишь, там начинается висеть КД, и не понимаю, зачем с волка слазить, и ты получаешь КД. Ну ладно, пофиг, сломал, надломал чуть-чуть сумку, но тем не менее, возвращаемся обратно. Я возвращаюсь. Меня прям добивали, ну ладно, фигня, 7 минут. Кувалда... А, кувалда моя надбитая, поэтому да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Целый круг бежать, 7 минут осталось. На почте есть у кого-нибудь? Сейчас опять меня встретят, нет? Да, нет, да, нет. Не, надо не дать перенести на это станчик. А где мой труп? А, вот вижу. Тут моя сумочка. Красивая. А, ты по... О, твою мать. А, вот вы их постелили, да, тут? Ага. А где, давайте, вот где-то тут открывался, нет? Ладно, рублю дальше. А, это смысл. Давай лучше тут открою, скину вам топоры, быстрее прорубим. Ого, новая зелька, ярость. Топорики, держите, держите топорики. Нет, а вот этот вообще хороший. Давайте рубим. Открываю, рубим дальше, рубим дальше. Вверх, наверное, надо сюда. Ух ты! Молот забираем. Минки тоже. Кто, что? Мина сработала у кого-то. У кого-то у мина, у бомбы. Они с центра. Да пофиг, что они тут? Да там бегите драконы. Скрывать. А, блин, у меня же... Молот. А вы? А там моя мина. Гы. Ты видел, что у него там за сапоги были? Нету у нас, говорит, молотов целая кучища. Давай тогда... Рубите дальше, я вам... Вот топор лежит, ё-моё, для кого топор лежит? Открываю здесь. Посмотрим. А, пустой, с гроба все вынесли. Ага, ну понятно, тут открываю минку сюда. Какая имитация топора, вообще офигенная. Ледяного. Хоба. Мясо. Ягодки, ладно. Что тут, на, забери вот это. А, ну что там дальше? Погнали, что там есть. Средний, давай тут, давай. Что топоры есть, блин, давайте порубим, наверное. О, бомбы. Ху-ху-ху. Сейчас самый раз это фармить. Давай рубим дальше, рубим сюда. Чел пишет, ну вы жесткие. А вон там средний вижу. Ну рубите вот эту буферку, рубим. Рубите. Помогайте, у кого что есть. Положил же тро... Ну во, видишь, тут что-то есть. Я видел, что там есть. О, сколько дерева, сколько кулонов. Ай, не надо мне эти очки, мне дерево дайте. Да забери это... Ёбаный кровь, медвежье седло. Тихо. Какое медвежье седло? Где медвежье? Какое медвежье? А, вы покажи! А что это такое? Дома чекнем, блять. Лупим его! О, что это за ноу-хау? Какого? Тихо, ладно, не ругаемся матом. Вот это да! Вот это поворот. Бинты. Забирать дерево с камнем забрать надо.
Пизда, что это. Тихо, Найт, блин! Найт! Не ругайся, чё за фигня, блин, сколько раз мне говорить. Так, чё, я не знаю, что делать. На, защитку тебе, на, вот я её пропью, бинты заберу. Давай тут ещё чё скроем, тут что-то есть, блин. А, у меня всё, Локи осталось. А, вот здесь гроб. Где, 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 давай, открою последнюю. Ну, гроб, наверное, скорее всего, ничего. Подожди, сейчас он срубит, давай порубим там. Две минутки осталось, поэтому... А, ну все, ясно. Ты смотри, а что, отражалку никто не берет? А что, я забрал? Нет, не я. Ладно, гоу. Идите сюда сразу же. Вот сюда вот прорубить, у кого обычный топор есть. Где? Да у меня и крепкий есть. А зачем? А, там в группе обычный есть. Да все, открывай гроб. Поехали. Здесь танк. Ну ясно, с гробов все перенесли, а все остальное забыли. Медвежье седло. В смысле? Ладно, поехали домой. Найт, у тебя с пропуска. Поехали, давайте дальше идем. Давайте тут прорубим. Ну, наверное, не хватит мне времени, наверное, вы быстрее. Фиол, заберите. Ладно, возвращаемся. Если успеем, то придем. Погнали.